Привет! Ты на канале Супер Тима Геймс. Мы продолжаем играть в Зоочосис, ведь мы еще не видели мутировавших слонов. А еще у нас осталась куча концовок. Поехали! Все, что ты можешь увидеть в этом видео, происходило на стриме. Поэтому, если ты хочешь приходить на стримы, то тебе надо подписаться на Twitch и на Telegram, в котором я буду оповещать о приближении стрима. Так, мы опять здесь. Ну, погнали, посмотрим. А, да, вам видно. Хорошо. Чё, ну, значит, раз сегодня Хэллоуин, мы злые, будем игнорировать. Окей. Если можно игнорировать, будем игнорировать. Да? Так, у нас открыты все вольеры, и мы сразу же пойдем куда? Правильно? К слону. Где у нас слон? 6,5 на 4,5. Ничего себе, блин, проглот. Ваш слон. 6,5, это мне надо 3 брикета взять. Понимаешь? Это дофигища. На 4,5 овощей. А, вагон. Просто вагон. Можно вопрос? Всем можно вопрос. Если он, конечно, нормальный, а не какой-то... О, супер. Так, ну что, поехали? Контрольная панелька. Слон. А, так, 6,5. Боже, это же дофигища. Всего 9. Значит, в центре у нас 4,5. Вот так, это раз, два, три, это 6. А нам надо где-то вот так. А, 7,1. Прошиб. Ладно, 4,5 будет легче. У нас тут 6, это 3. Вот так вот где-то. А, хренач. О. Более-менее. Тут тяжело правильно сделать. Принимаем. Принимаем в любом случае и уходим. Где сестра? Сестра? Она уже, наверное, вернулась. Где Эмма? Ну, блин. Эмма дома. Дома Эмма. Где? Уже дома. Она уже дома. О. А, да, они сейчас еще звонить будут. Ну, как обычно. Да, иду я. Иду. Где дверь? Как попасть сюда, вовнутрь? О. Алло! Ночной смотритель зоопарка. Да, мы тебя читали. Ты мне сейчас скажешь пароль от СиДжея. Я знаю это, спасибо. Чё это? Тут Хэллоуин, тут может еще что-то поменяться. Я не знаю. Так, это чё? X-комплекс. Радио! Какими-то помехами. О, КПК. КПК, давай сюда. Чей КПК? О, опять Майк? Я надеялся, будет кто-то новый. Ну, Майка мы читали. Ладно, бежим дальше. Давай возьмем эти. Слонов, если честно, я немножко боюсь. Они могут быть большие и злые. А возможно, они будут большие и добрые. А, не парься, Саня. Все успели. Вот мы вот только сейчас будем кормить. А, вы готовы? Дим, где все паразиты? А, сейчас увидишь. Нет? А где? Так, это что-то неожиданно. Обычно сразу же после... Ну... Может, типа, потому что я вообще ни у кого не померил. Стоять. Снайперский выстрел. Я тебя догоню, не парься. Ты большой. Дружочек. Все, ты готов? Спать? А, там Дракула у этого... На аватарке.
Играю в какие-то игры, играю, видишь? Хорош. Если у него сейчас все будет заражено, тогда у него чума. Типа. Главное самому не заразиться. Все. А у меня же еще нету вакцин, да, от этого? Что это было? О. Блин. Темно. Ну, поехали. А, мне же... Тихо. Так. Диагностика. Чума. Сектор чума. Да. Так, мы взяли, да, этот пароль Тиджея. Поехали. Раз мы уже все определили. Давай в хаб. И сейчас поймешь, почему. Надо в хаб. Шкафчик Тиджея, там надо взять его КПК, тогда нам дадут. Не пропускается. Но оно не длинное. Тим, что? Я слушаю. Я не играл в GTA 5, она. Я ее вроде бы. По эпику забрал, но я не играл просто. Мне руки до нее не дошли. Так, все хорошо. У нас есть дискета, у нас есть лечилка для животных. Мы готовы. Поехали назад. Так, значит, у нас открылись эти. И нам надо имитирующий чуму создавать. Все готовы? Перезаряжай. Читай сверху. Я снял полное прохождение. Ну, молодец. Опа! Поперло. Где ты, слоник? О, какой. Он большой. По нему не тяжело попасть. О, какой. У него... Я не знаю, что это. Смотрел парк или мир юрского периода? Может быть, когда-то давно. Чё? Он защитился. Я ему попал в этот, походу, в бивень. Прикинь, блин. То есть мне надо будет сейчас еще создавать, да, штуку? А как я кровь возьму-то? Походу, тут кого-то сейчас сожрут. И прикинь, он защитился. Он защитился, ёп. Понеслась, да, понеслась. Ой, блин. А как? У меня же крови нет. Это мне надо транквилизатор еще один. Вниз, 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 вниз. Токсикус, фералис, чума. Есть. Я раз. Перезаряд. Ну, теперь сейчас уже можно попадать по бивням. Есть два лишних патрона по факту. Но это я, блин, я не ожидал то, что он может защищаться от моих уколов. Мне кажется, его час настал. Кали попу! Орёт. Опа, обнормалился. Посмотри, что ты наделал. Ты съел раю. Вот пусть тебе будет стыдно. О, что-то у меня FPS просел. Слоны большие. Жирные. Еще мне этого надо вылечить. Так, ты больной? Срочный вопрос. Тыщ. Ура! Мы вылечили всех животных. Сделать прохождение мороженщика. В теории можно было бы. Когда-то. Ну, типа он за... Опа.
Блин. Плохо. Да. Да. Начинается. Так. Алло. Ночной зоокипер, смотрите, зоопарка, Пол Каноли. Простите, мэм, я еще не успел ничего посмотреть. Что еще за мэм? Звонила... Так, мы это уже читали. Я тут зачитываю, да? Может, теперь радио что-то? Я опять потерялся. А, тут очень темно. Может, у тебя не так темно? Радио нет. Я не знаю, будет ли стрима по Астроботу, но точно будет серия. Точно будет серия, и вполне реально, что уже довольно-таки скоро. Хаб встал. Так, дергаемся ручку, да? Так, вопрос. Опа, телефон. Hello? Алло, черт, да. Че ты орешь? Да не ори, ну пожалуйста. Я уже это видел. Так, напишите в комментариях, в чате, мы ее спасаем или нет? Пока вот он говорит. Не спасать, не спасать, не спасать. Очень много за не спасать. Нет, убей. Ладно, поехали. Мы этого еще не видели. Поехали. Это сразу же будет новая концовка. Мы уже идем на новую концовку. Все, я с ноябрикетики. Не-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 е
следующем заходе. В следующем заходе спасем. Нам надо будет еще сделать неправильные яды. Не парьтесь, не парьтесь. Не парьтесь, все будет хорошо. Она нарисованная. Ужас, полный ужас. Саня в страхе. Так, я могу назад положить? Могу. Я не буду, тут 1,9 кило, я себе этим жизнь сложу. Нет! Так мясо делается, ну почти. Обычно нет, но тут да. Так, куда мы еще поедем? Я предлагаю их кормить мясом, раз у нас теперь мясо дофига. Куда мы поедем? Давай к бегемотикам. Хочу к бегемотикам. 2,5 на 2,5. Просто брикетик туда. Брикетик сюда. Ну и чуть-чуть мяса. Когда Silent Hill? О, нифига себе. Silent Hill? Кстати, когда Silent Hill? Где-то по плану он у меня был, но когда именно, я тебе прям так не скажу. Сделай из дока сала. Хотелось бы, но нельзя. Ну нельзя, игра не дает. Игра не дает. Нет возможности убить дока. Но только в самом конце. В финале. Так, бегемотик. Так, мне должны были дать инфицированных этих. Слон, жираф, горилла, бегемот. Погнали. Зелень. Один КГ. На целых 200 грамм промазал. Опа, нифига себе от Юры прикол в виде спонсорки. А что, огромное ему спасибо. На бегемоте был, да. Но тут нам не дают пока что еще других вольеров. Я сейчас бы хотел поехать к горилле и к жирафу, но нельзя, не дают. Так, и полкило мяса. Мясо как мясо. Кстати, мы впервые режем мясо. Впервые режем мясо. Насало. Так, все, ну нельзя, ну игра не дает. Все, успокойся, пожалуйста, пожалуйста. Теории с мясом, с животными должны быть более спокойными. И более добрыми. Так как мы знаем, можно сделать чистое. Кто-то уже хочет сало. Блин, сейчас и я захочу сало. Не надо. Остановитесь.
Так, на Твиче спрашивают, можно спросить? Можно спросить, Настя. Можно. Помоги мне, пожалуйста. С чем вам помогать? Так, там мы были, но надо открыть. Там кшк. Да, там кшк. Так, телефончик вырубим. Тык-тык, опа, КПК. Ну, а, ну у нас Майк. Это у нас прохождение Майка. Кто-то хочет квас с салом. А, боже. Да хорошо. Заметка Майка номер 2. Чувствую себе распирающую силу. Да, мы это тоже читали, все. У, чё это? Что-то было. Шкафчик. Ой, блин. Темно. Ладно, все, уходим. Так, у кого-то язвенный колит. Судя по всему. Теперь надо найти от этого новое сообщение. Кого? Ох ты ж, ёханый! И что это было? Кого сообщение? Ладно. Ё! Чё это нафиг? Чё это? Это из-за Хэллоуина? Или из-за чего? Или это из-за того, что я Сару убил? Почему? Стрёмно. Ротавирус. ОРВИ. Сепсис. Менингит. Грипп. О! Фигач. Бан-бан буду будет снимать. Ну попробуй бан-бан. Ты... Так, что нам надо? Нам надо... Вот этот, да? Да, это паразит чумы, это паразит калита. Ух ты! Ух ты! Чего за нафиг? Это рука из вентиляции. Блин, что-то новое. Сразу такой. Блин, он сейчас транквилизатор, да, мне поставит? А что за мы-э? Что за мы-э? А-а-а! Чё ты? Пять. Всё. Опа. Опять все просело. А. Тяжело. Ей, мы накормили его мясом, а чипку дали. Блин. Теперь где-то. Или он под водой? Чё? О, вырвался. Есть. Я попал, блин, в этого бегемота. Ты смотри. Так, и где он? Уничтожен. Да, 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 да. Все, понял, вафля. Так, это вафля. А ты не вафля, да? А ты вдвое. Пищ. Поздравляем! Новое сообщение. Что за сообщение? Док, мы подвезли в хаб мясо. А, окей. Будешь 11 часов проходить? Наверное, ветеринар от бога. Да, 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 да. Ветеринар от бога забыл вылечить животное. О. Контент. Хочешь шутку? Хочу. Так, давай сейчас в хаб, может там что-то случится. Просто на всякий случай.
Перестраховаться надо. Я тут что-то кто-то скажет, кроме того, что у меня новое мясо. Нет. Че, вообще никто ничего не скажет? Почему ты не можешь сам себя вылечить? А вот это хороший вопрос, который надо задать разрабам. Почему я не могу вылечить сам себя? Так, куда мы едем дальше? Кто у нас остался? У нас осталось лось и зебра. Так. Биофильтр застарен. А он может? То есть я могу все это сам пройти, да? Ой, я... Сейчас смотрю, не ту кнопку нажимаю. Опа! Рука. Ну, кстати, это что значит, что я могу сам все пройти без Сары тупо? Если да, то тут просто бесконечное количество концовок. Лось, 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 зебра, зебра. Так, лось или зебра? Определяйтесь, пока я это сейчас буду открывать. Работает. Лось. Много кто пишет лось. Написали уже и зебра опять. Доктор Оливер Мецгер. Какой сюрприз. Док и в самом деле оказался доктором. Ну, ого. Я знаю, что это ты, урод. Хе-хе, полегче, Пол Коннелли. Что стряслось? Будто ты сам не знаешь, ублюдок. Уверен, если обиден, то идиот. Ты заразен каким-то деревом и ждешь, что я сдохну. Как звери в твоем зоопарке, доктор. Жрет и ржет и хрюкает. Заткнись, думаешь, я ничего не понял, доктор Оливер Мецгер? Ты знал, что здесь нет никакой лавы. Да какого хрена? Я сейчас с ней стою и говорю с тобой. Ох, Пол, опять ты за свое. Там, где ты сейчас находишься, твоей задницы быть не должно. Это служебное помещение. Оно никак не связано с зоопарком и твоими обязанностями. И да, я действительно вколол тебе инъекцию с паразитом. Для того, чтобы тебе навредить, а наоборот, чтобы защитить. Без нее тебе было бы куда сложнее выполнять свою работу. Если включишь свою башку и отработаешь первую ночь как следует, я вернусь утром и выну его из тебя. Палки будут у тебя на руках. После первой смены и никто не пострадает. Главное, доведи начатое до конца. Осталось немного, Пол. Думаешь, я тебе поверю хоть единому слову? Тебе придется, Пол. Ты запер. Верить к людям могу только я. Ты будешь сейчас передо мной лежит NDA, подписывай собственной рукой. Я просто предлагаю тебе выход из сложной ситуации, Пол. Выбор за тобой. Не парься, я скоро буду. Поверим ему? Или нет? Делай работу, говорит. Да. А, смотрите, его паразиты появились очень давно. Очень давно появились, видишь? Что эволюция, ля-ля-ля. А, их нашли в этой, в Гренландии. О, доска. Похоже, они вызывают мутации не только у животных, но и у людей. Да. Что, комп могу? Я даже могу за комп сесть. Раз все хранятся, информация хранится в внешних носителях. Без них этот комп просто пустышка. Это читатель. Ну капец, лось, лось, кто у кого лось? Сейчас, мы дискеты читаем, я понял, все, будет лось. Хакер? Ну, у меня есть секретный код. А, я ничего не могу. Блин, я думал, что мне надо самому написать. Похоже, мисс Саммерс, вы не зря волновались с твоим мужем. Не помню, читали ли мы это. После стрима передай привет. Ладно, передам, наверное. Если не забыл. Куда я бегу? А, сюда.
Написано, какой пароль. Может, если мне опять позвонит эта тетя, она мне скажет, что типа пароль такой. Боже, что у вас там происходит? Лось, понял. Большинство хочет лося, значит, едем к лосю. Все. Так, кто у нас сегодня? Сегодня у нас лось. Лось это Мусципаламальцес. Кто ему имя придумывал, блин? А, 0,8. Овощи, 2 кило. Два. И кило такого. Стрёмная музыка. Это, наверное, из-за Хэллоуина. Вопрос сверх. Лосяш-лося с Шевичу, да, именно к нему. Принять. Лив. И перевод кончится. Ю-ю-ю. Написано. О, да, ю-ю-ю. Видишь, мы уже к лосю поехали. Золочой СИС-2. Очень большинство сначала никто не писал, а потом все резко написали, что будет лось, так что... Лось так лось. КПК. Майк Майерсон, мы его уже читали. Да-да-да-да-да. Кажется, что он отсюда уже не выберется. Или. Что-то тут ничего не открывается. Чё такое? Свет потухли. Это просто хэллоуинский это. Так что с крокозябрами? Нормально все с крокозябрами? Не парься. Не надо мне там стонать, я иду. Понимаешь, что жрать хочется. У них сразу же там сейчас и кровь возьмем, и звук, и все сразу. Опа! А, это потому что я взял все анализы. Черт побери! Так. Опа, вот этот транквилизатор, перезарядка. А почему у меня один транквилизатор? Хэнк? Хэнк! Вопрос жизни и смерти. Он жрет мясо, хорошо. Хорошо. Значит, он еще не начнет жрать всех подряд. Шприц для крови. Так, где Хэнк улегся? Да, Финн. Финн, где Хэнк? Хэнк, ко мне, срочно! Вот он. Хэнк, сорян. Сейчас я у тебя крови просто вытяну в огромном количестве. Немножечко, я не знаю. Знаешь, что такое зеленый гоблин? Да. Размыто, но знаю. Заметь, ПЖ, заметь. А, стоп, я это уже читал. Заваливай, провалено, он уже его сожрал. Ты ж, блин, мясо поел, ты. Ну, он... Ну ты и лось. Раз, партия. Погнали, быстро болеет болячка. Называется у нас... Болячка у нас звука и крови. Это лептоспироз. Лептоспироз у нас лечится чем? Лептоспироз создать. А, я транквилизатор просто не собрал. Окей. Так, звук и кровь, да? Где ты? А. Звук и кровь, звук и кровь, звук и кровь. Так, я помню, с ним надо было как-то
Осторожно. А то он мог уворачиваться от... Он через стенку жрет. Так, ну я его разбудил. Есть. Последний залп остался. Чё на ряд? Фу, блин, я уже боялся, что его сейчас сожрут. Тихо, он убежал куда-то. Сейчас где-то выбежит. Он куда-то туда убежал. По этой тропе. О, здрасте. Ух ты, чё? А чё? Он вызывает помехи на камере? И телепортируется? Он телепортируется, он телепортирует меня. Нифига себе. Какой же он жуткий, ты капец. Привет, ты читаешь чат? Ау, читаю, супер. Мама супер тимия. Читаю чат. Попался. Все. Задание выполнено. Пачка. Насос. Кенгуру криповый. Я не знаю. Я не знаю, какой тут из них самый криповый. Как по мне, очень стрёмные были слон. Был стрёмный... Кто еще был стрёмный? Хорошо, реально стрёмный. Стрёмный был слон. Стрёмный был летающий этот... Пингвин. Что за фейк у меня в телеграме? Да есть там кто-то один. Это, ну, типа официально я пишу саком ваши мысли написано. Если ваши мысли, тогда это я. Типа так называется этот телеграм, ну тот чатик, в котором комментарии пишутся. И типа, чтобы не показывалось название моего аккаунта, так сделано, ну. Он пишет, что, типа, ваши мысли. Это ну. Почему Бейблейд забросил? Его перестали смотреть. Как тебе такой вариант? Че, виноват? Это. Так, что у него там было? Лептоспироз, да? Что-то такое было. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тут мигрень, лептоспироз. Выйти. Сейчас будем Хэнка лечить. Лептовитал называется. Где у нас больной? А вот и он. Все. Новое сообщение. От кого? Дока, мясо на месте. Понятно. У меня мясо там все забивается. Видел, и кто-то видит фейку, кто-то верит фейку. Что за еда, как из ядра? Ну, ты говорил, что паразиты, но по факту я не знаю. Да уж, с руками у тебя, конечно, беда. В хаб? О, контент.
Что со мной? О, привет, Пол, как самочувствие? Я познакомился с твоей женой. Представляешь, она заявила в полиции, что я благоверный пропал в зоопарке. Хорошо, что я вам сижу, друзья. Ладно, полежи тут, пока я все приготовлю. Очнись, Пол, много любишь, чтобы я ей натрепыхалась, попискивала. За жену не волнуйся. Думаю, она пойдет на десерт. Ну правда, Пол, ты же не думал, что после того, что ты видел, я тебя отпущу. Но это было очевидно. О, похоже, Макси не особо проголодалась. Сейчас тебя сожрет. Прощай, Пол. Пожелай мамке приятного аппетита. О, ручищи. Вот так вот. Пол не спас журналистку. Также не позвонил Лили. Беспокоенно за свою жена обратилась в полицейский участок, но у дока везде есть свои люди. Из-за безразличия Пола Лили погибла. Сам Пол стал кормом для монстра. Маленькая дочь Джина попала в неблагоприятный приют в Пайнвэлли. Все. Вот такая вот грустная концовочка получается, если не спасти Сару и не разгадать пароль на компьютере. Что ж, если хочешь увидеть больше концовок, то тебе надо поставить лайк и подписаться на канал. Ну а также не забывай переходить по ссылочкам в описании на Twitch, на Telegram-канал. А еще, там можно оформить спонсорку. Ну до скорой встреч. Пока-пока.